Вот, пошел. Нормально там лежит? Ух, сейчас будет интересно. О, спасибо большое. Как приятно. Вау. Вау. Ну что, доброе утро. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got these motherfuckers. Чтобы вы понимали, я собиралась, ну, наверное, минут пять. Просто заехала домой, чемодан, что увидела, просто что попалось мне на глаза, то и взяла. Хочется же так, чтобы всегда спонтанные такие решения могли быть с тобой уже исполнены. Так, ну все, я как бы готова выходить на пляж. Жду, пока за мной зайдут. Понедельник. День тяжелый. И сразу хочу огромное сказать спасибо Club Pride by Rixos. Thank you so much that you organized for me this wonderful big villa. Thank you. Million kisses. Так, какая территория здесь красивая. Обалдеть. Мы идем на пляж. Фоткаться, да, Антон? Потому что не зафиксировано, значит, не было. Нормально, мы просто в Турции, представляете? Вчера спонтанно просто решили. Так, вот туда, да, по-моему? Слушайте, это очень классно. Тепло, господи, наконец-то тепло. Thank you.
очень кайфовая. Прям влезаешь в воду и не вылезаешь из нее. Поэтому стори, мало сторис, потому что хочется немножко отдохнуть. Наконец-то. И последний раз. Я очень рада вернуться обратно в лагерь. Хочу. Юлька, молодец! Юлька, молодец! Моя пульса бьется ритмы. Разгоняя по скорости света атомы. Давай к солнцу поднимем руки мы. Поднимем руки мы. Моя пульса бьется ритмы. Юля готова тоже отведать основное блюдо. Чисто за молодежь. Итак, сигнал жареной осы. Юлечка, приятного аппетита, моя девочка. Прости, забыла пожелать. Любил ты мной, болел, но я ценю в мужчинах ум помимо тел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты пиздел, я так устала ждать дрова. Я снова все могу сама. Я удаляю обещания. Вот такой шикарный ужин нам организовали, чтобы вы понимали меню, как написано. А, ну вот. For Сергей Лазарев and Ольга Бузова. Сережа, я тебя жду. Так круто вообще. Спасибо огромное. Меню шикарное просто.
атмосфера нереальная. Никита, обычный день. Необычный, а понедельник. Тяжелый. Чин-чин. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь меня доводила, но твоя любовь... Ну что, дождалась? Сейчас все подумают, что у нас с тобой романтик на двоих. Я не буду других показывать, да, людей? Приятного вечера, Оля. Приятного вечера, Сережа. Обычный день. Просто икра и Лазарев. Я тебя завтра помажу. И вечером. Обещала. Да, амп, да. Блин, а что я скажу своему мужу? А у меня его нет. Ничья! Ничья! Дружба! Победила дружба! Дружба! Давай, давай еще! Еще? Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три! Она меня поломала, я опять кашу-малашу! Кашу-малашу! Дайте, дайте тете Оле отдохнуть! Аромат моей любви, ее вновь, вновь пропадет от Икео. My life на любимке слому, и пьяный минор, она со мной. Спасибо большое. Сверху пальто Burberry, потому что уже холодно. И я уже куда-то поехала. Пока ты бездел, я удаляю обещания. Это всего лишь слова. Пока ты бездел, я так устала ждать. Со своими людьми. Спасибо, что смотрел.
тебя. Ольга Бузова выступит на сцене Крокус Сити Холл с новым шоу «Вот она я». И в очередной раз откровенно расскажет историю своей жизни. Билеты на концерт.ру. Категория 16+. Прямо сейчас забирай свой билет. Вот прямо сейчас. 28 октября я жду тебя. Я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты пиздел, я так устала ждать трамвая. Снова все могу сама. Ты пиздел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты пиздел, я так устала ждать трамвая. Снова все могу сама. Пока ты пиздел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты пиздел, я так устала ждать трамвая. Снова все могу. Но мой мир без тебя не опустил, пока ты пиздел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты пиздел, я так устала ждать. Кто это у нас тут? Кто это у нас тут уже с утра пораньше? Хореографию не забыл никто? Ну что, мы вновь в гала-дэнс. Ой, хорошо-то как. Будем танцевать. С чего начинаем? С выключим рассвет? Я хотел тебе сказать, что... Не надо, нельзя палить. Все, убираю телефон, начинаем танцевать. Короче, мне приходится заново вообще учить все, потому что, во-первых, у нас абсолютно новая хореография, во-вторых, я учу под слова, а танцовщики учат под бит. В итоге у меня сейчас просто взрыв мозга, бит, слова, они учат тун, 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 а я учу вот она я, и слова расходятся с битом. Пойдем. Давай. Чтобы попасть в такую штуку, самое главное нужно сделать. Тун-тун-тун-тун. Поняла? Поняла. Все, вот это будет секретик. Секретик. Мне кажется, я вторую секунду. Вот это лучше. Вот она я. Тун-тун-тун-тун. Вот она я. Тун-тун-тун. Вот она я. Как мы не попадаем? Смотри, Ленка занималась, что сразу прессик такой. Везет. 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 Ага. О, хорошо. Это моя. Твоя рукава ошибка. Вот, я вам хотела показать, как сидит этот комплектик. Смотрите, такие брючки. Наталья. Очень приятная ткань и теплый свитерочек. Новая коллекция Гант. Вообще, я не думала, что такие вещи у ребят классные. Вот уже несколько луков подбираю с ними. Прям мне очень нравится. И тепло, и свитер такой мягкий достаточно. И стильно. Так что я теперь ваша постоянная клиентка. Осень ворвалась незаметно. А я приехала играть на фортепиано. Учиться. Сегодня какой у нас будет урок? Раз, два, третий. Третье занятие. Что за сервис и кофеечек мне? Вот, настроил. Смотри, я одной рукой же могу.
все, я заниматься, в общем, не отвлекайтесь на меня. Да. В идеале это будет как без... Как это будет целиком. Да, как это будет целиком, ты нажмешь, ну ты нажмешь. Нажму, да. В общем, в идеале это будет без ошибок и быстро, но пока третий урок у нас. Так-то, на секундочку. Начинаем. Я села такая. Но мой мир без тебя не опустел, пока ты без дел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова, пока ты без дел. Ты без дел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова, пока ты без дел. Я так устала ждать трамвая, снова все могу. Ты без дел. Я удаляю обещания, это всего лишь. Мэй Бэйби вышел трек. Вы его слышали? Послушайте. Вам придется. Я на скаку быстрее остановлю коня и войду в дом объят пламенем огня. Но мой мир без тебя не опустел, пока ты без дел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова, пока ты без дел. Я так устала ждать, пока ты без дел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова. Так, ну что, мои хорошие, сегодня четверг. Скажите, вы уже слушаете новый выпуск моего подкаста «Бузова Шоу» на Яндекс.Музыка? Если нет, поторопитесь и давайте обсуждать. Сегодня у меня в гостях предприниматель и очень красивый мужчина Стефан. Он считает, что женщина должна вкладываться в своего мужчину и вдохновлять его. При этом нашему герою кажется, что женщина его использует, и он отказывается дарить им дорогие подарки. Кажется, что наш герой зашел в тупик. Давайте обсуждать. Но для того, чтобы мы обсудили это все, вам нужно зайти прямо сейчас по этой ссылке, как раз пока вы в пробках или куда-то едете, или с работы домой, или с дома в ресторан, есть возможность послушать мое шоу, Бузова Шоу, юбилейное, 10-й выпуск. Прямо здесь по свайпу, для того, чтобы вы сложили свое впечатление о моем интересном герое. Свайпайте. Все, кто вчера голосовал за это платье, не переживайте, вот оно на мне сегодня. Потому что съемки у меня каждый день. От слова каждый, потому что я не без дел. Спасибо любимому Мерседес, уже столько образов мы сделали с вами крутых. И это не единственный наряд и прическа и образ на сегодня. Мы только начинаем работать, потому что до этого у меня были тренировки, а сейчас съемки. Причем до ночи. Причем на разных каналах. Причем разные программы. И все это я одна. Как вам? Лук, лучок. Ставь реакцию, если огонь. Нужно живот, правда, втягивать в этом платье. Ну, есть мотивация, не есть сегодня больше. А вот она я. Так. 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 И так.
Ой, класс. Ну, как вам? Пишем вторую программу. Конечно, комбинезон это для идеальных фигур. Ну, вроде очень даже, да? Талия. Классно. Но мой мир без тебя не опустил, пока ты без дел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты без дел, я так устала ждать. Пока ты без дел, я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты без дел, я так. Что с тобой, что без тебя, все одинаково. Но не все как мы. Ты не Адлей, так и не Лебеды. Не страдаю, знай, а ты-то хотел. Но мой мир без тебя не опустил, пока ты без дел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты без дел, я так устала ждать трамвая. Снова все могу сама, пока ты без дел. Пока ты без дел. Пока ты без дел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты без дел, я так устала ждать трамвая. Снова все могу сама. Но мой мир без тебя не опустил, пока ты без дел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты без дел, я так. Но мой мир без тебя не опустил, пока ты без дел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты без дел. Пока ты без дел. Я это всего лишь слова. Пока ты без дел, я так устала ждать трамвая. Снова все могу сама. Я не опустил, пока ты без дел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты без дел, я так. Тебя не опустил, пока ты без дел. Я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты без дел, я так устала ждать трамвай. Но мой мир без тебя не опустил, пока ты без дел. Заключительный эпизод первого сезона моего шоу «Бузова Шоу» на Яндекс.Музыка прямо здесь, сейчас, по свайпу. Я очень благодарна, кстати, за этот опыт, потому что герои у меня были такие интересные, такие разные. Хоть чуть-чуть приблизилась к ответу на вопрос, чего же хотят мужчины, но
не на 100%, поэтому я надеюсь, что у нас будет второй, третий, четвертый, и вообще сезоны, они вечные, потому что о мужчинах я же... в пробках. Я вас люблю. Пишите в комментариях под последним постом, как вам такая история, как вам такой формат, вот когда вы меня слушаете, слушаете наши беседы. Зашел, не зашел. Чего хотите? Вообще пишите, чего хотите под постом у меня. Вы посмотрите, что в гримерке у нас по райдеру. Ягодки, фрукты, мед, лимон. Это вообще не имеет ко мне никакого отношения. Это, наверное, перепутали. Это я макаю. Мне просто... Давай будем честными. Сейчас сюда что принесут? Давай скажем. Мы же правду все говорим. Чай сюда принесут. Ну, еще кое-что. Ну, еще что? Стаканчики. Да? Так, ну что, я приехала. Да, в Амедиа. И сейчас тут будет еще съемка одной программы и новый образ. Жду гримеров, артист на площадке. Гримеры выехали раньше, мои стилисты, но где-то еще едут. И сейчас будет классно, переделаю прическу и надену очень крутое платье, вам понравится. It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow. Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow. Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow. And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga. Так что, ну и финальная съемка на сегодня. Такой образ у меня. Кожа. В кадр. Из таких, как ты, аллергия на понты, СМС без запятых. Ой! Кормишь завтраками без еды. Ой, катакомбы, катакомбы, это просто... Темно, поэтому ловите мои ноги. Ну, наши ноги с Антоном. А сегодня какой день недели? Четверг. О, спасибо. Кто-то знает, какой день недели, а кто-то завтра летит отдыхать. Кто-то да. Знает, вот-вот. Этот бесконечно длинный, насыщенный день под названием четверг подходит к концу. И я еду домой. Finally. И еще завтра не надо рано вставать. Завтра у меня такой бьюти-день. Маникюр, педикюр. Волосы приведу в порядок. Но это тоже нужно. И на это требуется много времени. Очень сложно порой найти в графике. Вот. И вот я это время нашла, потому что потом его не будет вообще. Так что завтра прекрасный день. Я и буду заниматься тем, чем должна заниматься красивая девочка.
меня сегодня такой стрит-стайл, да, пальтишко, свитерочек. Причем я хочу вам сказать, что не жарко, то есть я была сегодня в свитере даже на съемках, и прям не жарко. Что-то у нас осень не балует хорошей погодой, где бабье лето? Хотя, с другой стороны, когда не жарко, да, и ты там в таком рабочем режиме находишься. Ну, а я уже в минуте от дома. Ура! You.